Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Полиана Артуш. Я поучаствовал в конкурсе Хибы Эльварсовны Герзмавы и получил специальный приз от театра Геликон Опера, участие в опере Давида Тухманова «Царица». Я абсолютно счастлив и абсолютно благодарен конкурсу вокалистов и концертмейстеров Хибы Эльварсовны Герзмавы и, конечно же, великую примадонну Хибы Эльварсовне, вот, за то, что она проделала такой огромный большой путь, как она говорит, некий такой трамплин, вот, для молодых артистов. Спасибо ей огромное большое за все. Этот конкурс дал мне огромный большой толчок в мою мировую оперную карьеру. Этот потрясающий оперный дом под названием Театр Геликон Опера приняла меня абсолютно с чистым и с добрым сердцем. Впечатления от выступления были просто потрясающие. Ну, во-первых, что хочу сказать, сцена. Она абсолютно прекрасная, с потрясающей акустикой. По поводу публики, это вообще отдельная тема. Им огромное большое спасибо. Я для себя всегда сделала вывод такой, что если публике ты нравишься, то значит публика тебя еще раз захочет увидеть. И вот так оно и произошло. Ну и, конечно же, нужно очень много усердно стараться, чтобы получить это. По поводу этой роли и партии, я ее выучил, как на мой взгляд, абсолютно совершенно очень быстро, за месяц. Он очень умнейший, очень образованный, поскольку он является королем Швеции. Я получил невероятные эмоции и радость, и грусть, и переживания. Знаете, с командой я сработалась абсолютно, ну ура. После того, как я вот приехал на первой репетиции, спел, коллеги, у них появился огромный большой интерес ко мне. И так потихоньку со всеми мы познакомились, подружились. И я очень рад, что вокруг меня окружают такие замечательные, талантливейшие люди. Помимо театра и помимо всего этого, хочется, конечно, поблагодарить уникального человека, Дмитрия Александровича Бертмана, который увидел во мне огромный большой потенциал и дал мне возможность общаться с коллегами, общаться с публикой и просто жить именно этим всем. Огромный ему низкий поклон.